Смотрите в пятницу 30 июня в 18:15 на телеканале «Самара ГИС» программу о животных «Хочу домой». Вы увидите видеовизитки. Мы расскажем о трех собаках и одной кошке, которые мечтают о своих домах и добрых владельцах. Этим животным нужен дом, и они очень хотят уйти из приюта. Посмотрите, помогите, заберите. Собака на двух лапах и ее воспитательница Ольга Романова. 8 лет жизни после неудачной операции, а могло бы быть все иначе. И гость в студии Елена Брюханова, заместитель руководителя городского ветеринарного управления. Говорим о клещах, как с ними бороться, как спасаются домашние и бродячие собаки. И время отпусков, какие документы нужны для перевозки собак и кошек по нашей стране и за рубеж. Смотрите обо всем этом в программе «Хочу домой» на телеканале «Самара ГИС» в пятницу 30 июня в 18:15 на телеканале «Самара ГИС».